Приветствую вас, и, пожалуй, первое, о чем хочется сказать, это то, что у вас есть определенная, по крайней мере, судя по вашему письму, зависимость от человека. Зависимость от того, что зависимость от него, от его отношение к вам, от, значит, его набором желаний, которые вы удовлетворяете с его помощью. И, вы знаете, вот избавление от этих самых деструктивных отношений, которые у вас с этим мужчиной, и является первым этапом для вашей новой жизни. Понять, почему вы с ним, что вас удерживает, почему вы его до сих пор не бросили. Дальше. Почему вы, будучи, как вы пишете, красивой, стройной, ищете знакомство на ресурсах, а не на пересечении ваших интересов, ваших увлечений, хобби и так далее. Почему вы пренебрегаете реальным миром в общении с мужчинами? И здесь на первое место выходит ваша классификация, ваши методы, ваши характеристики отбора мужчин. Соответственно, нужно проработать ваш идеал мужчины, понять, какой мужчина для вас наиболее подходящий, по вашему мнению, и что он вам, опять-таки, по вашему мнению, должен давать, и что вы готовы ему давать со своей стороны. И дальше необходимо вам, вот, если вы себя цените достаточно высоко и хорошо, осознать, что ваш настоящий мужчина, он вам, ну, ничего не дает из того, что вам действительно нужно, а лишь только удерживает вас ради, ну, может быть, своего собственного эго или ради чего-нибудь еще. И, соответственно, вы таким образом играете его игру, а не свою. И спросите себя, это отвечает вашим интересам, а если нет, то почему вы до сих пор с ним? И когда вы избавитесь от мужчины, когда вы проработаете свою зависимость от него, вот тогда у вас появится достаточно энергии для того, чтобы быть открытым для новых отношений. Но пока вы с ним, вряд ли у вас будут, другие. Вряд ли у вас будут новые отношения, пока вы не закончите старые, потому что вы определенно в них слишком сильно увяз. Ну, а дальше следует организовать свою деятельность так, чтобы все-таки искать мужчин не на сайтах знакомств, где присутствует довольно специфический контингент, а все-таки в реальном мире, где люди действительно чего-то добиваются, чего-то достигают и так далее. Но для этого нужно четко осознавать себя как женщину, четко понимать, чем вы ценны для мужчин и чем мужчины ценны для вас. И не забывать про свои интересы, про свои достижения и стремиться к этому. Полагаю, что вот так, одним ответом на ваш вопрос, проблему, которая у вас есть, и, возможно, несколько проблем, решить не получится. Необходима работа, необходимо больше информации о вас, и вы можете выбрать специалиста и поработать с ним, если хотите. Можете самостоятельно действовать в том направлении, в которых я озвучил. Тут уже решать только вам. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу вам. Желаю всего доброго и удачи!